кто построит лучший аквапарк в сегодняшней битве строителей. А теперь по традиции мы запускаем салют, после которого вы будете 2 часа строить аквапарки. Пил. Эпик! Все, начинайте строить. Каждые 30 минут я буду ходить к вам, смотреть, что вы там построили вообще. И вот прошли 30 минут, и сейчас я буду смотреть, что вы тут сделали. Так, лифт едет. Да ладно. Я поднялся наверх, и сейчас хочу скатиться с горки. Один. Опа, я упал в трубу и вывалился. Работает. Так, Артём 3254-65. Кто этот ник придумал? Ну ладно. О, здесь прям настоящий пляж с этим. Ну вот это уже понимаю отдых. Так я поднимаюсь, снизу у меня песочек и это... Уху, да уж, не до конца проехали, ну ладно, вот такая у тебя горка. Так, здесь я тоже вижу песочек, много песочка. Опа. Так, вот тут получается песок, а здесь какое-то углубление. Что это? Это бассейн. Бассейн. А горка где? И поехали. Да уж, очень медленно. Ну ладно, пусть тоже будет. Только воды нет. Почему горка из дерева? Ай-ай! Я не хочу быть больше добрым. Флэшбэк. А, вот тут тоже у нас бассейн каменный. Ну тут хотя бы вода есть. Хорошо. И сама горка. Я застрял, помогите. Вот это горка, я застрял в ней. Хоп! Первая горка, которая работает как надо. А моя что, не работала? А я упал в землю у тебя, а тут я в воду упал. Представь, что это была вода. Да уж, моя голова это не сможет представить. А здесь нет ни лифта, ни воды. Зато есть одна большая горка. Так, хоп, 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 хоп. Так, сейчас будем пробовать кататься. И поехали. Вот это да. Вот это да, классно. Этот зэк был наказан, то есть он этот... Ну, короче, повышение. Катайся с горки. Уху, зэк покатился. И туда укатился. Зэк, лови меня. Нет, зэк дальше меня проехал. Ну ладно. Зэки, 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 зэки. Зэки едут по горке. Уху. Так прикольно. Все, ладно, пойдемте дальше. О, это горка с лестницей. Той. Стою. Ход 1 миллион баксов. Теперь ход бесплатный. А горки нету вообще. Но это все, что вы построили за 30 минут. Посмотрим, что у вас будет получаться дальше. Тридцать минут прошли уже. Не переходи ко мне, пожалуйста, блять. И ко мне тоже не переходи. Ладно. Никому не переходи. Так. Аквапарк у Ашота. О, тут смотрите, сколько горок водных. Тут растут редкие тропические елки. Ладно. Также здесь есть эта горка. Но она очень странная. Я по ней ехать не буду. Еще здесь можно отдыхать и кушать торты. Еще здесь есть 1, 2, 3, 4 горки, которые окружены тропическими... Ну ладно, опять ёлки здесь видим. Ну, пальму бы хотя бы построил, ну ладно. Так, начнем с самой интересной горки, потому что, не знаю. На первой арене у нас зэк. На второй арене будет этот, вот этот чублик стран. На третьем тоже зэк, а на четвертом буду ехать я. И посмотрим, кто из нас доедет до горки и вообще выживет. И никто не поехал. Что за горка такая, по которой я не еду? Так, сейчас я попробую с конца горки хотя бы съехать. О, бассейн с водой. Теперь я хочу еще раз здесь покатиться. А почему бассейн такой огромный? Потому что они все такие вакуумпа. А, давай сейчас проверим. Сначала на зэге. Так, он едет, едет. Он жив? Да. Поехали. Уху. Ой. Да, это прям клево. Находиться под водой. Посмотрим, может у кого-то еще бассейн появился. Так, я вижу, у тебя тут есть лестница, это хорошо. И сама горка, по которой мы едем прямо в бассейн. Зэк, нет, он жив? Все, вроде живой. Я застрял, подтолкни. Я все время на твоих горках застреваю. Что-то у тебя тут какие-то неправильные горки вообще. Не, у меня правильно, просто их подвинул сейчас. Не знаю, как зэк по ним проехал. Он просто бессмертный. Сам. Только ух не советую тебе ехать, ты же не бессмертный. Короче, ух, у меня очень... Можно... Короче, кое-что сейчас прошу. Ты очень любишь зэгов. Вот смотри, там зэк сидит.
И чё? Ну вот он прокатится сейчас. Дай-ка посмотреть, куда путь-то ведёт. Ой, там, короче, я очень... Там... Вот, короче, вода. А, ладно. Поехал! Не дам зэка убивать. Я попробую покататься. Сейчас едь. О, чтобы это как так? Водная горка, а тут едет настоящая лодка. А как ты ломаешь это? Я проехал 10 раз, и оно не сломалось. Да ты здесь приехал, и все сломалось. Объясни, это что за магия? Уф, как сюда-то прыгнуть? У Астернака здесь бассейн, который теперь заполнен водой. И у него есть раз горка, два горка, и вон там еще горка. Это было очень классно. О, это бассейн, а это настоящий океан. Чтобы путешествовать по океану, нужно взять с собой ракету. Угу, ой, я затонул на дне морском. Все равно эти горки мне понравились, потому что здесь есть вода и сами горки. Здесь я в прошлый раз был, здесь не было ни горки, ни вообще ничего. И теперь здесь есть горка. Зэк поехал. О, он едет, он так клево проехался. Я тоже так. Зэк катается, значит мне тоже можно. Ух, а если тебе нельзя, что ты будешь делать? Можно. Угу, я до Зэка доехал. Привет, Зэк, мы с тобой оба утонули. Прикольные горки. Ты нас засканить решил? Ух, скамер максимально. Все, я утоплю Зэка в Антарктиде и отправлю тебя. Ладно, 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 все. Три... У вас еще целый час, еще целый час. Ладно, я шутил, я просто его покатать хотел. Я так понял, раз вы меня тут под землю затащили, то вы уже закончили, да? Нет. Нет. Зачем я пришел вообще, собственно? Ух, иди ко мне. Ты где? В команде. В какой команде? В обычной. А. В зеленой. Это что, Антарктида? Откуда ты приехал? Да. Это Антарктида, а не поле боя. Вы что тут строили? Меня убить хочет, реально. Блин, бедная Антарктида. Он меч достал. Да. Ухо! Резать! Резня! Хватит, подождите, не стреляйте. Резня! Решаю проблему с одним очень добрым человеком. Ты куда? Я не отпускал просто так тебя. Ладно. Только со мной так не делай. Да, конечно, конечно. Мы уху не едим, увы. Ах ты. Это горки в Антарктиде. Вот так выглядят горки, да, в Антарктиде. Это традиционные эти антарктидские горки. Мы, да, получается, вот на глыбе снега... Ой. Ладно. Не едет. А нет! Антарктида горит! Мой дом! За что? Я срежу тебя на кусочки, ты будешь моим фирменным блюдом. Как ты ее мог сжечь? Вот объясни мне! Ай. Почему она сгорела? Она же, по сути, должна гореть. Этот Артём все портит. Он вообще, он такой Артём прям. Нам сейчас Антарктиду взорвут. Что происходит? Вот ему. Одним выстрелом. Ух, а зачем ты сюда пришел? Смотри, ты же сам меня позвал. Тут твою Антарктиду взорвать хотят. За Антарктиду! Ладно, все, идем. Короче, мы берем глыбы льда, сделаем из них горки, потом берем снег, натапливаем его, потом берем людей, которые приходят к нам, делаем из них шашлык. Так. Я не хочу быть шашлыком. Опа. Ты будешь... Нет, сгорел. Давайте оценим эту Антарктиду с ихними антарктидскими... Антарктический. Ну, короче, с горками. Знаешь, сколько твоя Антарктида набрала очков? Ну. 43 балла. Хотя бы что-то. Я рад очень. Ой. Теперь надо пустить на шашлык. Так, ух, сегодня ты будешь пробовать наше фирменное блюдо. Вот, короче, кушай, собирай. Теперь еще один. Ой. Ладно, не буду тебя щадить. Ой, буду тебя пощажу. Бам. Ура! Ладно, надо скорее уходить, пока из меня сашлык не сделали. Это аквапарк. И это уже не аквапарк из Антарктиды, это уже аквапарк, аквапаркный. Как это? Ладно. Уи, на нем очень круто кататься. Опа! Прикольная горка. Прям в воду поехали. Это здорово. Давайте теперь с этой. Давайте. Поехали! Уху! Эта горка вообще прикольная. Прям с подъемом вот так хоп. Уху, паштет вообще меньше всех. Короче, ух, я сейчас дальше всех прокачусь на зло всем, да?
или нет? Нет. Ладно. Смотрите, как тут в бассейне прикольно, здесь вода, и мы типа под водой. Если смотреть снизу, то можно смотреть на солнце, и глаза болеть не будут, потому что мы под водой. Не там еще последняя горка осталась, самая веселая, оранжевая. Зэки, поехали. Хоп-хоп-хоп, видели? Хоп, первый зэк, второй зэк, третий зэк. О, поехал! Поехали! Хоп, и все. Вот это аквапарк, тут три горки. Есть горка за воротом, есть горка с подлетом, есть горка с... Просто спуск. Да, просто горка. Так, ну давайте оценим эту постройку. Ну а те, кто смотрит это видео, пусть напишут в комментах, какая постройка вообще самая крутая. А, этот аквапарк набирает 48 баллов из 50. Короче, сейчас напитки попьем и поедем в аквапарк. Вау, здесь вода. Не, можно купаться. Здесь есть не тропическая елка, это тропическая пальма. Только кто-то уже все кокосы съел. Ух, я с тобой ходить, они меня на пошашлык хотят пустить. Я пистолет с собой возьму, пойдем. А я чуть-чуть поменьше штучку. Пойдем. Ручки вверх, это нас. Ой. Здесь есть разноцветные соки и разноцветные надписи. Мне сок с клубникой. Ладно, пойдемте в аквапарк, мне не нравится все это. Там соков нет, клубникой. А вот это уже аквапарк. Что за бассейн? Смотрите, какие-то растения. И здесь еще какая-то трава с фонариком. А здесь вообще какие-то волны. Это, наверное, рыбки, хотя на рыбок не похоже. И здесь у нас есть этот, горка. Это же аквапарк. Вау, как он эпично врезался. Видели? Я тоже так врезаться хочу. Ух, я с тобой. Опа. Ой. Ай. Вау, зоги как едут, прикольно вообще, бровозиком. Ухо, запчасти уха. Я собрался, фью. Давайте оценим этот аквапарк. И у этого аквапарка набирается 41 балл. Тут красная ленточка, смотрите, ее надо перерезать. И... ты зачем через ленту перепрыгнул? Вот вообще некультурный. Я хоть и пингвин, но я умнее. Короче, все, вот так, пойдемте. Всё, пойдемте. Что за странная лестница? Что за лестница такая? Ай, ну почему я не могу... Я поднялся! Ай! Я не хочу быть больше добрым! Уничтожать, резать, все! Вы успокоились? Да! И тут у нас есть две горки, красная и белая. Катится. Оу, что за горка? Я не докатился до воды, я упал. Ну вы застряли вообще. Горка плохая какая-то вообще. Ладно, давайте напишем оценки этой горки. Хотя она немного кривая, из-за этого мы падаем и... Пингвин все равно 10 ставит, да? Я добрый сегодня и всегда добрый. Эта горка набирает 31 балл. Круто. Да. Артём очень злой, он вообще нас всех взрывает, нас уничтожает, но мы все равно посмотрим его постройку и оценим ее на 0 баллов, ой, на 10 баллов. Первое слово дороже второго. Это я самый большой парк аттракционов за сегодня. Аквапарк у Артёма. Это евро. Ну для тебя это бесплатно. В этом парке много лестниц и горок. Еще тропических елок. Не бейте меня. Турбостульчик. А! Такой аттракцион мне не нравится. Ух, нет, не умирай. Помогите, меня опять в бетон закрывали. Так, там реактивная горка. Мне кажется, по ней мы не проедем. Но здесь можно отдыхать и кушать тортики. Да, за это надо поставить уже много баллов. Что здесь плавают зэги? Значит, им нравится. Еще тут есть трамплинчик. Ой, никто из вас не делал трамплинчик, а он сделал такой трамплинчик. Так, ну теперь самое главное. Проверим горку. Она здесь какая-то кривая, косая. Так едет. Не едет. Кто хотел мою Антарктиду сжечь? Это Артём хотел. Мы сейчас на его постройке. Так, давай добрый этот пингвин. Добрый пингвин. Тестируй горку. Да, хорошо. Вот такие, какая прекрасная горка. Теперь я проверю. Я не еду. Почему не еду? Идите все вместе. О, стрельните по мне. Я отлечу прям куда надо. Ой. В принципе, эта горка прекрасная, если не учесть то, что тут небезопасно, ну и ладно. Странная горка, мне кажется, мы с ней не скатимся. Смотрите, здесь все очень красиво, но горки не работают. Все, плохой аквапарк. Я ставлю этому аквапарку 0. Тут все круто, но, блин, не предусмотрено, чтобы пингвины ходили. Почему я в каком-то подвале спавнюсь? Вы все в подвале закрылись. Постройка набирает рекордный балл. 30 очков. Ну вообще, Артём, на этом эта битва строителей будет заканчиваться. Вот, кстати, прошлые интересные битвы строителей, можете их тоже посмотреть. Ну а с вами был Пингвин, Ух Геймс, Артём,
Астернак, Паштет, Мускел, Вайер и Артём. Всем пока.